Привет! Вы находитесь на канале PlayGame. Меня зовут Сергей, и мы с вами продолжаем проходить GTA 5 для ПК. И вот нам пришло какое-то новое сообщение от Ламара. Давайте посмотрим. Кореш, ты видел этого обезьянового чувака? Как он фигачит свой стрит-арт по всему городу? Реальная тема. Чувак офигенно рисует жопу. Ну что, и к чему это было? А если мы ему позвоним? What's up, homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. То есть ты мне свою собаку хочешь дать? Ну ладно, пусть живет так. Тут Таниша нам что-то еще написала. Давайте посмотрим. А я тебе как друг, но не больше. Если тебе этого мало, значит мы не сможем быть друзьями. Я выхожу замуж за хорошего, реального парня. Надеюсь, ты за меня рад. Надеюсь, ты знаешь, что мне нужно именно это, Таниша. Ну, так вот выходит она теперь за другого. Отвечать даже ничего не хочешь, ладно. Так, давайте сядем в нашу машину. Так, посмотрим карту. У нас только вот есть одно задание, это оно у нас от Симона. Ну давайте съездим к нему. Что какая-то музычка грустная играет. Разговаривать, так это что было? Ну такое веселенькое что-то, пусть поет. Некоторым людям в Лос-Анос, но они будут отмечены, да, и когда вы будете... А так, вот, смотрю, кому-то нужна наша помощь. Что ж, давайте поможем человеку. Так, и что это нужно? А, какой-то тип убегает. Он украл, видимо, деньги у нее. Так, и что? Все? Нет, он еще живой, кто-то бежит. Говорил ему, остановись, не захотел. Так, спрячем оружие. Ну что? Ну, давайте вернем хозяину. Так, а давайте мы вот угоним байк. Привет, держи. Сохранимся. Ага. Ну давайте на байке дальше продолжим наш путь. Так, в нашем доме уже находится Чоп. И как нам сообщают, мы можем дальше с ним общаться. Как мы можем все, наверное, играть, гулять, наверное, какие-то дрессировать. Как-то было написано, только я так и не разобрался, как это приложение еще установить. Но по ходу дела разберемся. Да, на байке, конечно, пошустрее как-то он будет. Так, а вот мы практически уже добрались просто до нашего места. Лично вошли в поворот. Там куда-то дальше. Так. А, вон он уже. Симон включил очередную машину. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it.
Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in there. Так, и что нам теперь нужно поехать и угнать машину у кого-то патенького на сынка. Ох, чуть-чуть стукнулся. Чего они все сигналят мне? Еду по своей дороге, по своей полосе. Все спокойно, все аккуратно. Нет, сигналит, не летит. А ты чё? Так, Симон нам что-то звонит. When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simmy? Do not talk to me about easy, you thief. Так, Симон откуда-то узнал про тот байк, который Ламар себе зажал. Главное, он себе его захапал, а нам отдуваться теперь. Так, ну что ж, мы с вами и добрались до места. Где он? Точка. Так, машину оставим здесь, в дом пробраться, да? А как же нам... Так, вот через ограду ты перебей. Отлично. Вырубить садовника. Ага, таким образом мы с вами повышаем показатель скрытности. Так, и как в гараж попасть? Открытого окна. Залезьте на крышу машины. Ага, ну ясно, значит, давайте залезем на крышу. Отлично, залазим в это окно. Значит, нам нужно теперь спуститься вниз. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Вон, вижу дверь в гараж. Okay, like this? Yeah, так, пока они там зажимаются, мы проберемся в гараж. Okay. И поехали. Так, он попросил, чтобы мы ее там не разбили сильно. Ну, то есть придется нам ехать аккуратно. Ой, столб уже снесли. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Так. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Take me where you're going. Hey, come on, man. This was a нормально, у нас пассажир оказался сзади. Considering my son just got the car.
And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon. Watch it. Sure. By the name of Simeon Yateri. So this business, man, you look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. What are you, a fucking idiot? Me and Mr. Yatarian. We'll work this out. Так, и что ж ты теперь, друг, собираешься это сделать сзади с пистолетом? Окей, стоп кар. Hold up. Ну, затормозил я. Не доехал чуть-чуть. Ну, все, стою. Yeah, it's the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Да, чувак, наверное, не шутит. Ну что ж, поехали прямо в витрину. Come on, kid. Shitty situations, dog! Нормально приехали. What the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker. Так, теперь мы играем за Майкла, и нам нужно побить Симона. You think you could take me for a ride? What is wrong with you? Так, ногой он не бьет. Ну, задание выполнено. 5.60 неуязвимый. Чуть время опять не уложился. Разблокирован у Майкл теперь. Ну что ж, друзья, теперь мы можем выбирать с вами между Майклом и Франклином и выполнять за каждого свою миссию. Что ж, давайте закончим на этом мы серию. Продолжение увидите в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.